Эти котлетки мои детки готовы кушать хоть каждый день. Поэтому рецепт они получаются очень сочные и вкусные. А пока я делюсь с вами рецептом, вы не забудьте поставить лайк и подписаться. Что ж, пойдемте готовить. В 500 грамм фарша добавьте 1 натертый лук и 1 натертый картофель. Все натираем через мелкую терку и добавляем 2 зубчика чеснока, а также соль и перец по вкусу. В 3 кусочка хлебного мякиша добавляем молоко и оставляем отмакиваться буквально 5 минут. А после делаем, как показано на видео. Теперь хлеб добавляем к фаршу. Туда же добавляем 1 яйцо и хорошенечко все перемешиваем. А после отбиваем фарш, как показано на видео. Руки смачиваем водой и формируем наши котлетки. Далее обмакиваем в муке с двух сторон. Жарим на достаточном количестве масла до золотистой корочки. Аромат стоит на всю улицу. Да ладно, я шучу. Ну или не шучу. Котлетки готовы, можно подавать к столу. Приятного аппетита!